Сейчас. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Информационный отдел Чувашской митрополии Русской Православной Церкви совместно с национальной телерадиокомпанией «Чувашия» начинает прямую трансляцию рождественского богослужения из Покровска Татьянинского собора, столицы Чувашской Республики, города Чебоксары. Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова, совершит правящий архиерей Чебоксарской епархии, глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Ему будет сослужить сонм духовенства собора, а мне, Илье Тумакову, дано благословение сопровождать богослужение краткими комментариями. Я буду говорить о смысле праздника и совершаемых священнодействиях, а также переводить с церковнославянского на русский некоторые не вполне понятные современникам слова, молитвы, песнопения. Постараюсь это делать так, чтобы не мешать вам быть соучастниками этого события, созерцать и ощущать красоту и величие сего торжества. Ну вот мы видим с вами, как сонм духовенства вышел в притвор храма, где встречает митрополита для совершения дальнейшей службы. На богослужении присутствуют члены правительства Чувашской Республики. Служители совершают входные молитвы. Мы можем видеть, как смиренным образом духовенство встает перед царскими вратами, не на подиум, не на солью, а внизу, что символизирует смирение и глубокие настроения на предстоящее богослужение. Протодиакон читает молитвы, а духовенство с большим вниманием и концентрацией слушает их. Thank you.
просите, помилует всех нас. Бог тебя просит, кто-то вечер. Народу преподается благословение, и владыка направляется к кафедре центральной части храма, где устроен специальный подиум, специальный подъем для облачения, для совершения различных священных действий. И надо отдать должное, что нашему владыке идет 87-й год. Это один из старейших иерархов Русской Православной Церкви. Тем не менее, из года в год рождественское, пасхальное богослужение, да и огромное количество служб в течение года владыка возглавляет всегда сам. Следующая ступень – это уже патриаршество. Патриарх у нас на Руси один, патриарх московский всей Руси Кирилл. Ну а духовенство, епископат, а именно митрополиты, архиепископы и епископы вот распределены по епархиям и совершают сегодня богослужения во всех концах нашей Руси и не только. Ну а Канаше сегодня совершается богослужение, его совершает епископ Канашский Янтиковский Стефан, в Алатыре епископ Алатырский Парицкий Федор. Ну вот в Чебоксарах, в Покровско-Татьянинском соборе, в столице нашей совершает владыка митрополит. Несколько минут назад вы видели, как сняли все одежды, мантию, клобук. Сняли также рясу, и владыка остался только в подряснике. И сейчас поверх него уже одели белый подризник или подсакосник у архиереев. Ну и далее по чину епитрахиль. Это лента на груди, которая с двух сторон огибает шею. Обязательный элемент именно священничества. Без епитрахиля священник не совершает никаких таинств, никаких священных действий, то есть это обязательный элемент, который должен присутствовать у любого священника. Ну, надо сказать, что в случае, если нет епитрахили подготовленной, ее можно сделать из любого куска ткани, из любого лоскута, осветить как епитрахили, совершать священное действие. Далее припоясывается поясом владыка, одевают ему на руки поручи, символизирующие ну и узы Спасителя, и также то, что совершение богослужения зависит не только от и не только не столько от человека, сколько совершается руками Божьими, и поручи — это именно символ рук Христа, который незримо присутствует на богослужении. Далее поверх всех одежд одевается сакос. Это облачение относится исключительно к категории тех, которые одевают епископы высшей иерархии Русской Православной Церкви. И поверх сакоса одевается амафор. Это широкая длинная лента, которая символизирует заблудшую овцу, агнца, которую
пастух нашел, отыскал и возвращает в стадо на своих плечах. Ну и, конечно, атрибут архиерейской власти, в том числе, это митра, увенчанная крестом, которая одевается на голову. Она всегда богато украшена из ликами святых. И, конечно, вот такое облачение архиерейское, оно также добавляет торжества, праздника в сегодняшнюю службу. Итак, богослужение начнется буквально через несколько секунд. Скажу несколько слов о порядке. Несомненно, важнейшей церковной службой является божественная литургия, на которой мы с вами сегодня присутствуем, уважаемые телезрители. Во время литургии совершается таинство Евхаристии, причащение тела и крови Спасителя. Разумеется, что именно эта центральная часть богослужения будет для нас самым ответственным, самым серьезным моментом, кульминационным моментом. А сейчас вы видите, как завершилось облачение, и владыки в руки вручают, передают дикирии, трикирии. Это свечи, специальным образом скрещенные. В правой руке вы можете видеть, что владыка держит три свечи. Это напоминает нам о Святой Троице, о Отце, Сыне и Святом Духе. Ну а в левой две свечи – это две природы Господа нашего Иисуса Христа, а именно божественное и человеческое. Вот в такой форме владыка осеняет народ и духовенство дикирием и трикирием. Ну и все идет к тому, чтобы уже началась божественная литургия. Часы, так называемые часы третий и шестой час, тоже важные моменты богослужения были совершены ранее, перед приездом владыки. Это делается для удобства и в исключительных случаях, именно на крупных, на больших богослужениях. Ну вот духовенство начинает молиться молитвой, в том числе Царю Небесной, для того, чтобы Господь дал силы совершить без искушений сегодняшнее богослужение. Протодиакон произносит «Благослови, Владыка», то есть «Разреши, Владыка». Священник, в данном случае, это настоятель Покровско-Татенинского собора города Чебоксары, протоиерей Николай Иванов, совершает первый возглас «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков». Чем храме всем и с верою благоговением, страхом Божиим входящим в Он, Господу помолимся. Помилуй, помилуй. О великом
Святейшее Патриархи Кирилле, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем митрополите Варнаве, и с ним в Сибирске, о Христе Диаконстве, о всем Христе и людям, Господу помолимся. Бога храними, стране нашей России, за всех воинств и народия, Господу помолимся. Господи, помилуй. В граде всем, всяком граде стране, и верою живущих них, Господу помолимся. Растворение воздухов, поэзы Филиппа, дом земных и времени хвирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недумающих, страждущих, плененных, и от спасения их, Господу помолимся. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Святою, пречистою, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Я в движении начал, ты взял потом. Сирия, не надо. Я начал движение, когда мне не видел, я усилий не видел. Светских, о народе, самые различные на потребу каждый день. Ну и сейчас звучат антифоны. Сказать, что это богослужение не первое, относящееся к празднику Рождества Христова. Вчера в 16:00 часов здесь, в этом храме, всеночное бдение возглавлял также митрополит Чебоксарский-Чувашский. Это даже более продолжительная служба, около 3 часов, которая длилась. Ну а уже сегодня, в 12 часов ночи, также здесь, на переносном престоле была совершена первая божественная литургия, праздник Рождества Христова, а в 6 утра вторая божественная литургия. То есть сейчас мы с вами видим уже третью службу, которая между собой идентична, посвященная празднику Рождества Христова. Это делается, безусловно, для удобства верующих, ну и, конечно, из возможностей
храмов, потому что не у каждого храма есть несколько престолов, а божественная литургия в день может совершаться только на одном престоле. Сокращенный вариант Евтинии Мирной, сейчас она прозвучала, и начался второй антифон. Но стоит добавить, что Мирная Евтиния начинается словами «миром Господу помолимся», означает по-гречески «нейрена», что означает «в мирном состоянии души». Но можно также это трактовать в таком славянском варианте, то есть «соборно», «все вместе». А можно и в мире друг с другом. Совета Чувашской Республики Валерий Николаевич Филимонов, а также иные представители органов власти. Sorry.
что Богу предадим. Церковь в нашей стране отделена от государства, мы это с вами знаем, но любой член общества, какое бы высокое положение он ни занимал, на какой бы ответственный пост не был избран или назначен, имеет право и возможность не только придерживаться определенных религиозных убеждений, но и публично исповедовать их. Во всех храмах Русской Православной Церкви в эти минуты совершаются торжественные службы. Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию праздничную, посвященную празднику Рождества Христова, ночью в храме Христа Спасителя. Происхождение означает призыв хвалить, восхвалять Господа. Во время пения митрополит, сейчас мы с вами это увидим, будет осенять собравшихся трикирием и дикирием, а затем направится в алтарь. За митрополитом будет следовать духовенство по чину. Это же песнопение исполнит хор, а митрополит, остановившись на амвоне, в возвышении перед царскими вратами, осенит и благословит дикирием и трикирием молящихся в храме. Затем, приложившись к иконам на царских вратах, владыка войдет в святая святых в алтарь и здесь совершит кождение престола и всего пространства алтаря. Давайте с вами посмотрим на красоту этой части богослужения. Можете видеть, как вокруг владыки, вокруг кафедры собралось много молодежи. Это участники уже традиционно из года в год участники православного молодежного движения «Православные добровольцы Чувашии». Ну и сегодня в специальной форме вы можете видеть детей, воспитанников православных классов, единственных православных классов, которые обучаются в средней общеобразовательной школе номер 29 города Чебоксары. Thank you.
Вот вы видите, как в алтаре в Святая Святых, где будет совершаться основная, самая главная часть службы, евхаристический канон, будет принесена бескровная жертва, благодарение всех и за вся. Сейчас владыка, митрополит, совершает каждение. Для многих это слово известно. В руках у священника находится кадила, в котором возжигается, воскуривается ладан, приятное благовоние, которое символизирует молитву, которая возносится к небу, как дым из кадила. Конечно, любой, даже самый маленький член церкви всегда подтвердит, что в храмах существует специфический приятный запах. Именно этот запах приобретается от кадила и свечей, которые находятся в храме. Также ладан часто верующие воскуривают, возжигают у себя дома для того, чтобы почувствовать этот запах приятный, как при совершении домашних молитвословий, на кладбищах, то есть в самых разных условиях жизни, в самых разных случаях и ситуациях. Прочего, митрополит кадит, совершает каждение горнего места. Мы с вами можем видеть его за престолом. Это место, которое обозначает небесный горний мир, куда все мы с вами стремимся после завершения нашей земной жизни. А алтарь – это часть храма, отгороженная от остального пространства. Отгорожена эта часть храма, конечно, иконостасом, каждение которого сейчас совершает владыка. Как я уже говорил, в алтаре находится престол, место особого незримого присутствия Божьего. Согласно древним символическим толкованиям, алтарь является собой небо, рай и Царствие Небесное. Под пение «Испала эти деспота», что означает «на многое лето владыка», митрополит завершил каждение иконостаса и молящихся. В православной традиции каждение совершается не только перед предметами священными, престолом, святыми иконами, Евангелием, но и перед обычными людьми, потому что по учению Слова Божьего каждый человек носит в себе образ Божий. Стоит отметить, что сегодня на богослужении, помимо представителей местной власти, а также присутствуют представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Это депутат Леонид Ильич Черкесов. Произносится вслух громко, или, как говорится в наших богослужебных книгах, велигласно, а читаются в полголоса. Последование божественной литургии таких молитв несколько. Я по ходу нашей трансляции буду передавать их основное содержание. Вот в этой молитве, которая была прочитана сейчас, священник просит Отца Небесного принять херувимами и серафимами нас, грешных и несовершенных людей, пресвятую песнь, совершаемую ангелами у престола Божия.
Также молитва содержит прошение о прощении наших вольных и невольных согрешений, а также о том, чтобы вся наша жизнь была посвящена служению Богу. Во Христа крестистися, во Христа облекостися. Аллилуйя. Смысл его таков. Принявшие таинство святого крещения должны теперь верой и добрыми делами облечься во Христа, то есть богоуподобиться. Особенностью рождественского богослужения является то, что поется именно это песнопение. Оно напоминает о древнем обычае принимать таинство крещения накануне великих праздников. Слова «призри с небесе», то есть «увидь с небес Божие, и виждь, и посети виноград сей, и утверди и», то есть «его».
Его же насади десница твоя. Десница, то есть правая рука, рука. На горнем месте, куда сейчас направляется владыка митрополит, во время чтения апостола он сидит на специальном троне, который находится на возвышенности. Ну, а чтение апостола, сейчас мы услышим слова сегодняшнего чтения, которые озвучит протодиакон. Этому чтению традиционно предшествует прокимен, который также произносится велигласно, громко. Yeah.
Вот прочитано послание апостола Павла Галатам. Его прочитал клирик Покровско-Татьянинского собора, протодиакон Геннадий Малышкин на церковно-славянском языке. Этот отрывок повествует о воплощении Сына Божьего и, как следствие этого воплощения, усыновление человечества Богу Отцу. Прочту по-русски. «Братья, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А так как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Сына Своего Духа, вопиющего Отче. Посему ты уже не раб, а сын, а если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа». Тем временем мы видим, как из алтаря протодиакон вынес Евангелие. Сейчас будет прочитано Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12. В нем говорится о поклонении волхвов и последовавших затем событиях. Уважаемые телезрители, давайте вслушаемся в эти слова. Через евангельское чтение сам Господь обращается к нам с глаголами вечной жизни. «Вонмем», то есть «будем внимать».
Евангелия прочту вам его по-русски. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должен родиться Христос?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, с тебя произойдет вождь, который упасет народ твой Израиль». Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказав: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите и меня, чтобы мне пойти и поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и сия звезда шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью великую, и, войдя в дом, они увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И открыли сокровища свои, и принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Митрополит, священники читают тайные молитвы, а в это время протодиакон произносит сугубую иктинью. Сугубая, то есть усиленная, хор трижды поет на каждое прошение: «Господи, помилуй». Священницы священном Монасе и все во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриарших православных и создателя святого храма. Интересная история, связанная с волхвами. По преданию, поклонившись младенцу и принеся ему дары, волхвы возвратились на родину и стали отшельниками. Уже после Вознесения Господня и сошествия Святого Духа их встретил апостол Фома, проходивший с проповедью Евангелия через их родные места, и от него мудрецы и приняли святое крещение, сами стали проповедовать учение Спасителя. Ожидающего себе величия и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, молитесь о вашем Господи вем. Господи, помилуй. Ты верни о вашем, помолимся, да Господь помилует им. Господи, помилуй.
провозгласили словом истины. Открытым Евангелие правды. Соединиды святейшие соборные апостолы церкви. Была совершена специальная молитва о мире на Украине по благословению патриарха московского сия Руси Кирилла. Эта молитва совершается уже не первый год за каждой литургией во всех храмах Русской Православной Церкви. Сейчас начинается пение херувимской песни. Архиерей только что совершил символическое действие омовение рук, напоминающее о том, что к таинству Святой Евхаристии стоит приступать с очищенной совестью. С этого момента начинается та часть божественной литургии, которая называется «Литургия верных». То есть завершилась та часть, на которой могли присутствовать все желающие, даже некрещенные представители общества. Ну а сейчас остаются только верные, те, кто уже принял святое таинство крещения, и те, кто может присутствовать на, в том числе и в евхаристическом каноне, на самых ответственных моментах божественной литургии. Ну, вы слышали, как из царских врат, из уст протодиаконов прозвучало «Елица оглашение, изыдите». То есть, если оглашенные, то есть те, кто еще пока готовится принять таинство крещения, должны покинуть храм. Конечно, эта традиция сегодня в полной мере не действует. Это больше дань истории, дань тому, что было до нас. Сегодня, конечно, никто храм не покидает, но ранее, несколько веков назад, конечно, в это время специальные даже были люди, которые выводили тех, кто только готовится стать православным христианином. Конечно, христианином стать просто не было. Необходимо было пройти определенные испытания, путь поста. Нужно было зарекомендовать себя как действительно человека, желающего соблюдать те заповеди, которые есть в нашей церкви. Конечно, это был целое событие, когда над человеком совершалось таинство крещения. Читает тайную молитву, ну а после молитвы следует взаимное поминовение сослужащих протоиерея, протоиереев, иереев, протодиаконов, диаконов. И эта формула, эта молитва звучит следующим образом. Ну, допустим, протоиерейство ваше, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Дальше идет трогательная часть богослужения. Как уже говорилось, херувимская песнь. Митрополит сейчас направляется к жертвеннику, который находится здесь же, в северной части алтаря. На жертвеннике уже заготовлено хлеб и вино для таинства причащения, но пока это всего лишь хлеб и вино для Евхаристии. Сейчас они будут перенесены, торжественно перенесены с жертвенника на престол. Здесь же из просфор специально приготовленного хлеба, принесенного в храм, владыка вынимает частицы, произнося имена живых и усопших. Божественная литургия занимает особое место среди богослужений. Это не только последование молитв, песнопений, чтений Священного Писания, хотя все эти элементы церковной службы присутствуют. В первую очередь это священнодействие, при котором Богу приносится бескровная жертва за спасение людей. Под видом хлеба и вина верующие причащаются истинного тела и истинной крови Господа нашего Иисуса Христа в оставление грехов и в жизнь вечную. Само слово «литургия» в переводе с греческого означает «общественная служба», «общее служение», поскольку имеет особое значение для всего сообщества верующих во Христа и для членов Церкви. А таинство причащения, совершаемое во время литургии, именуется Евхаристией, благодарением. Участвуя в этом святейшем из таинств, мы благодарим Господа за Его бесчисленные благодеяния, явленные каждому из нас и всему человеческому роду. Принимая тело и кровь Христова, мы теснейшим образом соединяемся со Христом и друг с другом в единстве веры и любви.
Божественная литургия – это сердце церковной жизни, и, совершая литургию, церковь становится тем, чем она является по своей природе – народом Божьим, телом Христовым, преддверием Царствия Небесного. Сейчас мы видим, как святые дары в богослужебных сосудах – это дискос, на котором располагается святой хлеб, его несет протодиакон, и потир, чаша с вином, ее несет настоятель Покровско-Татьянинского собора протоиерей Николай Иванов. И вот, видя такой процессии, северными вратами износятся и предстают перед царскими дары, которые сейчас будут восприняты владыкой-митрополитом, и во время Великого Входа владыка совершит молитвенное поминовение патриарха Московского всея Руси Кирилла, предстоятеля Русской Православной Церкви всех православных христиан.
Я не могу вас поздравить, что надо усилило. Теперь я вам потерял там сложно выяснить. Я так рожу, не знаю, что я не могу. Напомню, есть Господь помощь нашим. Всегда на нем, что мы видим, как богослужебные сосуды, которые употребляются при совершении Евхаристии, переносятся с жертвенника на престол. Это потир, как уже говорилось, чаша, в которой находится вино, предназначенное для совершения таинства, и дискос, блюдо, на котором располагается евхаристический хлеб, агнец. Чаша и дискос покрыты покровцами, которые напоминают пелены богомладенца, и одновременно погребальные пелены Спасителя, которыми было обвито его тело, положенное во гроб. Песня прерывается пением Великого Входа. Этот момент богослужения символически напоминает шествие Спасителя на добровольное страдание для искупления рода человеческого. Вновь осенение Дикирием и Трикирием. Ну и совсем скоро одна из важнейших, значимых молитв для каждого православного христианина – это символ веры. Именно он станет отправной точкой перед евхаристическим каноном. Хочу напомнить, что он совершается между двумя молитвами, между молитвой символом веры и молитвой «Отче наш». Иными словами, символом веры евхаристический канон начинается, молитвой «Отче наш» завершается. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, душителя из наших, у Господа просим. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа просим.
душам нашим и мира мирови, у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим. Христианские огощины живота нашего, безболезненны, небостыдны, мирны, и доброго ответа на страшные судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Возлюбим друг друга до единомыслия, исповедуем. Звучит молитва – символ веры.
Христианин живет в гармонии веры, разума, но при этом каждый из нас понимает, что наши интеллектуальные возможности ограничены. Не только в силу каких-то индивидуальных особенностей, а в принципе ограничены. И вот истинную веру, заключенную в 12 пунктах символа веры, который сейчас прозвучал, мы воспринимаем не интеллектуальным, а религиозным чувством. Это религиозная аксиома истины, не требующая доказательств. Истины, принимаемой верой, а не разумом. Эти истины Церковь всегда хранила со времени ее основания Спасителем и затем выразила их в символе веры. В его нынешней редакции он был принят дважды, на Первом и Втором Вселенском соборе, соответственно, в 325 и 381 году. Канон, анафора, или по-русски возношение. По традиции в эти трогательные моменты я прекращаю свои комментарии для того, чтобы вы услышали все молитвы, все песнопения, всю глубину происходящего в алтаре и в храме.
Thank you.
нашего высокопреосвященнейшего Варнаву, митрополита Чебоксарского и Чувашского, Свято-Троицкие обители священного архимандрита, приносящего архиепископе, епископе, я всем священник, чистим и на чистим чине, о Богу хранимый, в стране нашей России, во всех воинстве и народия, по мире всего мира, о благостоянии святых Божьей церкви, о спасении, помощи, сочанием, страхом Божиим, нуждающихся и служащих, о исцелении в немощих лежащих, о спине славе, блажении памяти, оставлении грехов, тех прежде почивших, православных, о спасении людей, исполняющих и молящихся, и о еже киждо помышление има, и о все, и за все. Соединение веры, причастие и Святого Духа,
спросивши сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Итак, по вере Церкви, благодатью и действом Святаго Духа свершилось. На престоле уже не хлеб и вино, а под видом хлеба и вина истинное тело и кровь Христова. Прозвучала молитва «Отче наш». Для многих она известна, но верующие люди всегда ее знают наизусть, потому что употребляют также часто в обиходе домашнем. Звучит она следующим образом. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Приближается момент очищения, возглас «Святая святым» напоминает, что к святости призван каждый христианин. Недаром святой апостол Павел в своих посланиях именует первых последователей Спасителя святыми. Царские врата затворились, и сейчас в алтаре духовенства будет причащаться. Кроме того, этот возглас «Святая святым» служит напоминанием о том, что святыни, тело и кровь Христовы преподаются тем, кто очистил свою душу покаянием в таинстве исповеди. Один Господь свят, Он один источник святости и может сделать ее причастником устремленного к Нему всеми помыслами души и тела человека. Эту великую истину возвещает хор от лица всего народа Божия, смиренно признающего свое недостоинство и несовершенство. В этот момент, когда происходит в алтаре причащение священнослужителей, алтарь символизирует Сионскую горницу, в которой Господь на Тайной Вечере установил таинство Евхаристии. В это время хор исполняет запричастное песнопение «Христос рождается». Уважаемые телезрители, сейчас прозвучат традиционные рождественские послания святейшего патриарха Московского сия Руси Кирилла, верным чадом Русской Православной Церкви, и митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, верным чадом Чувашской митрополии Русской Православной Церкви. Давайте внимательно их послушаем, и по завершению их наша прямая трансляция также будет завершена.
Господи, Твоей милости, шагла Бога моя, согреши, Господи, согреши на небе и пред Тобою. И не достоин воззрися на высоту славы Твою, прогневом по Твою благостаю заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же многомилостив, не предал есть семя погибнувся с беззаконьми моими, мы его все счастливы ожидая обращения. Ты брекал есть и человека люще, пророком Твоим, я как оценим не кощу смерти грешникам. Но еже обратитесь и живо быть ему, не хочешь, обо владыко в создании твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спасись и в разум истинным прийти, тем же осаще недостоин есть небесе и земли, и сия привременная жизнь, всего себе по вином греху и сластим по работе. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рождественское послание патриарха Московского и Руси Кирилла, архипастырем, пастырем, диаконом, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. Праздником рождения по плоти от Духа Святаго и Пречистой Девы Марии, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне мы призываем всех людей вместе церковью прославить Творца и Создателя словами. Пойте, Господи, не вся земля. Гимн с первой песни канона Рождества Христова. Любящий свое творение, всеблагий Бог посылает единородного Сына, долгожданного Мессию, дабы Он совершил дело нашего спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчим, Евангелие от Иоанна, становится Сыном человеческим и приходит в наш мир, чтобы избавить нас своей кровью от греха, и чтобы жалость смерти больше не страшила человека. Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы принесли ему дары. Какой же дар мы можем принести Божественному Учителю? Тот, о котором Он сам нас просит. Отдай сердце Твое мне и глаза Твои, дабы наблюдали пути мои. Притчи Соломона. Что значит отдать сердце? Сердце – это символ жизни. Если оно перестает биться, то человек умирает. Отдать сердце Богу – значит посвятить Ему свою жизнь. Это посвящение не требует у нас отречений от всего, что у нас есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то, что мешает божественному присутствию в нем. Когда все помышления заняты лишь собственным «я», когда в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде всего от нашей собственности переживать боль другого человека и откликаться на нее делами милосердия. Господь требует от нас наблюдать пути Его. Наблюдать пути Божии значит видеть божественное присутствие в своей жизни и человеческой истории. Ведь проявление как божественной любви, так и его праведного гнева. Минувший год жизни нашего народа был наполнен вспоминаниями о трагических событиях 20 века и начавшихся гонений на веру. Мы вспомнили подвиг наших новомучеников и исповедников, стойко засвидетельствовавших свою преданность Христу.
Но даже на это грозное для страны время Господь явил нам свою милость. После вынужденного 200-летнего перерыва было восстановлено патриаршество в русской земле. И церковь в тяжелую гонину испытаний обрела в лице святителя Тихона, избранного предстоятеля, мудрого и мужественного пастыря, усердным молитвами которому перед престолом Вышнего Творца наша церковь и народ смогли пройти через горнило испытаний. Сейчас мы переживаем особый период. Скорби не ушли из мира. Ежедневно мы слышим о войнах и военных слухах. Но сколько же любви Божией изливается народ людской. Мир существует вопреки силам зла. А человеческая любовь, семейные ценности, вопреки невероятным усилиям, окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А церковь наша, несмотря на десятилетия гонений, в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета, в настоящем была, остается и всегда будет место встречи со Христом. Верим, что пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными. Рождество Христово является центральным событием человеческой истории. По одному. Люди всегда искали Бога, но не во всей возможности для нас в полноте Создатель открывал себя триединого Бога роду человечеству. Только через воплощение единородного Сына Он приходит на грешную землю, дабы сделать людей достойными благословения Отца Небесного и положить твердое основание мира, заповедая: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Да будет этот год для нашего народа, для народов исторической Руси и всех народов земли годом мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду, побеждающий страх, и через веру почувствовать силу, преображающей человеческую жизнь божественной любви. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, Рождество Христово, 2017-2017, Москва, аминь. С праздником! Рождественское послание митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, главы Чувашской митрополии, боголюбимым пастырем, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви Чувашской митрополии. Есть всякая тварь веселится и радуется, яко Христос родился от Девы Трековицы. Возлюбленные о Господи, боголюбимые пастыри, честные иноки и инокини, дорогие отцы, братья и сестры, от всей души поздравляю вас всерадостным праздником Рождества Христова и наступающим новолетием. Своим рождением Христос принес всему миру новую, настоящую, подлинную радость, радость вечной жизни с Богом, радость Богообщения, радость возвращения в потерянный праотцами рай. Причина нашего торжества и восторга в том, что, по словам святителя Иоанна Златоуста, смерть сокрушена, рай открыт, грех удален, заблуждение истреблено, учение благочестия повсюду распространилось. Встречая праздник Рождества Христова, мы мысленно вместе с вифлеемскими пастухами и мудрыми волхвами со смирением и трепетом молитвенно предстоим пред вифлеемскими яслями, поклоняясь воплотившемуся от Девы Марии младенцу Иисусу. Апостол Павел говорил: «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Пришедший мир, Сына Божия, Его во человечение, положило начало нашему спасению от греха
проклятия и смерти, открыл путь вечной обители Отца Небесного, восстановил в человеке образ Божий и призвал его к бесконечному духовно-нравственному совершенствованию. Святая Церковь вновь призывает нас встретить Богомладенца Иисуса словами Священного Песнопения. «Христос рождается, славите! Христос небес рящите! Христос на земле возноситесь!» Возлюбленные Господи, дорогие отцы, братья и сестры, что сегодня мы принесем к ясным Богомладенца Иисуса? Дары Ему – это покаяние во грехах, добрые дела и верность евангельским заповедям. Каждый из нас пусть по велению сердца своего окажется там, где его ждут, в детских домах, в больницах, у обездоленных и страждущих. Пусть пастыри церкви будут неустанны и усердны в священническом и просветительском делании. Пусть родители последуют призыву церкви воспитывать детей в вере, благочестии и преданности земному отечеству. Все виды служения церкви имеют одну цель – помочь людям следовать за Спасителем, который сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь». Жизнь со Христом неразрывно связана с пребыванием в церкви. Здесь мы постигаем основы духовной жизни, получаем благодатную помощь, приступая к таинствам. Здесь соединяемся с Господом в Святой Евхаристии. Мы вместе с вами переживаем за молодое поколение. В нашем городе Чебоксары с 2014 года возводится храм в честь преподобного Сергия Радонежского к 700-летию со дня рождения печальника земли русской. Преподобный Сергий Радонежский почитается не только как основатель Святой Троицы Сергиевой Лавры, но и великий заступник и молитвенник за землю русскую. Именно он примирял ссорившихся русских князей и способствовал укреплению московского государства. Именно он принимал к себе простых крестьян и горожан, бояр и князей, помогая духовным советам и наставлениям. В 2019 году столица Чувашии, город Чебоксары, отмечает свой 550-летний юбилей. К этому знаменательному событию для земли Чувашской соборный храм в честь преподобного Сергия Радонежского будет драгоценнейшим даром, который в силу своего географического расположения станет венцом богоспасаемого града Чебоксары. Сергий Радонежский, путеводная звезда в этом мире, и благодать его молитвы явится заступницей всех православных христиан. Божьей милостью в уходящем году я сподобился и посетить Святую Землю, где возносил молитву у гроба Господня и святых мест Иерусалима и Вифлееме за нашу богоспасаемую Чувашию, а также за вас, моя богоспасаемая паства. Желаю всем вам, дорогие Господи, отцы, братья и сестры, чтобы благодатный свет Святой Вифлеемской Рождественской ночи озарил и ваши души, как озарил он души пастухов, пришедших поклониться с первыми новорожденному Христу, и наполнило сердца ваши светом милосердия, братолюбия и того всепрощения, которое принес с небес на землю Рождеством своим Христос. От всего сердца желаю вам провести эти святые рождественские дни в добром здравии и душевном мире, чтобы Господь благословил труды каждого из вас в этом деле, к которому вы призваны, чтобы с усердием и любовью, трудясь, достигли духовных успехов во славу Святой Православной нашей Церкви и нашего дорогого Отечества. Да не спослит всемилостивый Господь свое благословение на вас в наступающем лете своей благости. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с вами, со всеми. Аминь. Божьей милостью смиренный Варнава, митрополит Чебоксарский, Чувашский, глава Чувашской митрополии. Рождество Христово, 2017-2018 год, город Чебоксар. Итак, мы услышали рождественские послания. Впереди причащение мирян, завершение службы. Самые основные, самые ключевые моменты мы с вами сегодня смогли увидеть благодаря в том числе трудолюбивому коллективу национальной телерадиокомпании «Чувашия», за что им большая благодарность. Ну а я с вами прощаюсь, уважаемые телезрители.
Благодарю вас, что были сегодня с нами и разделили эту радость родившегося Спасителя. От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым и наступающим новолетием. Всего вам доброго и до новых встреч. Божиим и верою приступите.